В Липецкой области за последние два месяца подорожала только молочная продукция. Цены на остальные товары находятся на уровне начала августа. Ежедневный мониторинг цен по 40 позициям продуктовой корзины позволяет контролировать ситуацию в регионе. Производители, искусственно завышающие стоимость своего товара, попадают под санкции местных властей. Разговор ведем. И в это время мы приглашаем СМИ. И через СМИ показываем, что тот или другой предприниматель, значит, неправильно ведет ценовую политику. Высокая конкуренция не позволяет ценам расти. В городе открываются каждодневные муниципальные ярмарки, на которых еженедельно более 2500 торговых мест предоставляется местным сельхозпроизводителям. И фермерам удобно, и покупателям в радость. Теперь не нужно ехать за свежими продуктами на рынок. Если мы в прошлом году всего за год провели 106 ярмарок, то в этом году уже мы провели 132 ярмарки. Значит, до конца года будет проведено в пределах 155 ярмарок. Значит, вот это и открыли дополнительные торговые места. Местные производители теперь могут осуществлять реализацию товаров прямо со своих автомобилей. Ярмарки на колесах уже работают в трех районах города. До конца года планируется создание торговых точек в магазинах сетевых компаний. На территории супермаркетов появятся торговые места с продукцией местных фермеров. Ольга Родина, Дмитрий Кузнецов, Липецкое время.